То, о чем так долго предупреждали и администрация учебного заведения, и средства массовой информации, произошло. Спортивный зал Даугавпилсской польской государственной гимназии имени Пилсудского в эксплуатацию так и не сдали. А 4 апреля на очередном заседании двух думских комитетов по городскому развитию, а также культуре и образованию будет заслушан вопрос о процедуре расторжения договора между самоуправлением и фирмой «Модес Буве». Компания все еще является генеральным подрядчиком в реализации проекта по реконструкции спортивного зала польской школы. Напомним, на сегодняшний день его стоимость составляет около 1 миллиона евро. Одному из городских СМИ вице-мэр Игорь Прилатов заявил, что данная фирма не оправдала ожидания самоуправления и отнеслась недобросовестно к своим обязанностям. Вот так просто. А ведь еще летом прошлого года телевидение Dotcom сигнализировало о том, что работы на объекте ведутся не столь активно, как того требуют обозначенные сроки, да и по признанию самих строителей компания испытывает большие трудности с работниками. Их просто не хватает. Однако господин Прилатов тогда всех убеждал, все идет по плану, и строители ждут появления на объекте конструкции новой крыши. Крышу действительно установили, но объект в эксплуатацию так и не сдали. Все сроки давно прошли, даже те, которые были продлены думой Рихарда Эгема. Напомним, договор на ремонтные работы на объекте спортивного зала польской гимназии был заключен 7 октября 2016 года с компанией «Модес Буве». Согласно договору, общая стоимость проекта составляла около 1,5 миллиона евро. Изначально в договоре было указано, что работы необходимо завершить до 23 ноября 2018 года. Однако впоследствии срок реализации проекта был продлен до 28 марта 2019 года. Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение Dotcom.